Наша сегодняшняя прогулка – Рождественский Рим и Ватикан. Хочу начать сегодняшнее видео с Ватикана, где уже установлена елка и рождественский вертеп. А колоннада Бернини, как объятие матери церкви, приглашает всех к себе. 5 декабря на площади Святого Петра состоялось торжественное открытие рождественского вертепа и зажжение огней на еле. В прошлом году вертеп был изготовлен из песка. Над ним работали 4 мастера из России. А в этом году фигуры в натуральную величину сделаны из дерева. Над ними работали жители маленького городка Скурелли, расположенного на севере Италии. 23 скульптуры в натуральную величину полностью сделаны из дерева и одеты в специально сшитую для них одежду. Над лицами персонажей работал местный художник со своими детьми. В рождественском вертепе можно рассмотреть сцены Рождества. Здесь же можно увидеть продавца книг, женщин, занятых домашним хозяйством, рассмотреть, как готовят сыр. А также в вертепе есть упоминание о стихийном бедствии, которое было на севере Италии в прошлом году. Видны вырванные с корнем деревья и разбросанные ветки. Рождественская ель и вертеп будут находиться на площади Святого Петра до 12 января. После праздника Крещения Господня ель и вертеп разберут. Еще в сентябре на площади Святого Петра был установлен памятник мигрантам. Папа Римский Франциск, в Италии его называют Франческо, открыл памятник в 105-й день празднования Всемирного дня мигрантов и беженцев. Фигуры скульптуры 140 мигрантов разных времен стоят плечом к плечу на плоту. В глубине толпы возвышаются крылья ангела. Это является ссылкой на Библию, что ангелом, посланником Божьим, может оказаться любой странник. В скульптуре можно рассмотреть евреев, бежавших из нацистской Германии, сирийских беженцев, мальчика, убежавшего от голода в Ирландию в 1840-х годах и многих других. Также присутствуют фигуры родителей Христа, Марии и Иосифа. Автор скульптуры – канадский художник Тимоти Шмальц. Каждое воскресенье в полдень Папа Римский проводит мессу из вот этого окна. Он благословляет людей, собравшихся на площади Святого Петра. Вдоль колоннады Бернини движется очередь. Это очередь, чтобы попасть в собор Святого Петра. Повторю еще раз, если вы придете сюда утром, этой очереди не будет, и вы быстро попадете в собор. Небольшой питьевой фонтан рядом с колоннадой Бернини. Его украшают папские тиары и ключи. Виа дель Порто Анджелика берет свое название от одноименных ворот, построенной Папой Пием IV в 1563 году. Ворота были построены, как и Порто дель Пополо для паломников, которые пришли с севера и шли к могиле святого Петра. Эта улица была тоже построена при правлении Папы Пия IV в 1565 году, в честь которого и была названа. При ее строительстве все согласовывалось с папой, вплоть до цвета домов. В то время дома, где жили куртизанки, окрашивали в другой цвет, а куртизанок в Риме было очень много. Борго Пио находится рядом с Ватиканом. Я советую всем заглянуть сюда. После тяжелого и насыщенного дня в музеях Ватикана можно здесь уединиться и почувствовать другую атмосферу. Остановитесь, осмотритесь или присядьте, перекусите. Здесь очень много ресторанов, пиццерий, джелатерий. Или просто прогуляйтесь по этой улице. Пройдя по прямой по этой улице, вы выйдете к замку Святого Ангела. Столики на улице стоят зимой и летом. Летом от жары спасают вентиляторы, а зимой обогреватели. Очень милая и атмосферная улочка. Обязательно прогуляйтесь здесь. Еще один питьевой фонтанчик с папской тиарой и ключами. А вода в Риме очень вкусная и чистая. Бугенвилия в Риме даже в декабре цветет. Вот я уже и вышла к замку Святого Ангела. Я перешла дорогу к замку Святого Ангела, повернулась, чтобы еще раз показать вам улицу Кончилиационе и собор Святого Петра. Замок Святого Ангела, бывший мавзолей, тюрьма, резиденция пап римских, а сейчас там находится музей. А рядом прекрасный вид на мост Святого Ангела и Тибр. Сегодня я решила прогуляться по этому берегу Тибра до моста Умберто I, пройдя через который я попаду на площадь Навона. Сегодня 7 декабря, и идут последние приготовления Рима к Рождеству. Хочется надеяться, что сегодня я смогу окунуться в эту сказочную атмосферу. Очень люблю гулять здесь и все рассматривать. Это площадь Навона. В 17-18 веках, в августе для охлаждения в самый жаркий месяц года, фонтаны на площади Навона специально переполнялись водой, и площадь заливалась. Самые счастливые были здесь дети, они бегали босиком. Несмотря на то, что в Риме облачно и солнце изредка проглядывает через суровые тучи, сегодня тепло плюс 17 градусов, и погода располагает гулять. Вот такой прекрасный вид открывается с моста Умберто I на собор Святого Петра и мост Святого Ангела. А это дворец правосудия, а местные жители называют его Палацаццо. Я уже почти дошла до площади Навона, а по пути заглядываю в узенькие улочки. Но как пройти мимо такой красоты? В 15 веке на площади Навона располагался продуктовый рынок, который со временем был перенесен на Кампо-де-Фиори, где он до сих пор и находится. Сейчас рынок на площади Навона делают только в рождественские праздники. На площади устанавливают разные киоски, в которых продают рождественские сувениры, фигурки для вертепа, игрушки на елку, сладости. Небольшая лавка с фигурками для вертепа. Посмотрите, как их много, все они такие красивые. И даже фигурку папы Франческо сделали. А в этой лавке прям по заказу покупателей расписывают игрушки. Если бы я немного задержалась здесь, то показала бы вам площадь Навона во всей ее рождественской красе. Но я не буду ждать, когда включат иллюминацию, а пойду дальше. Думаю, за праздники я еще не раз сюда вернусь. я перешла дорогу и вышла к бару Сантеустакью, который пользуется большой популярностью у туристов. Но вкусное кофе можно пить не только здесь, поверьте. Не стоит стоять в такую очередь. Ну а если вы присядете за столик, то заплатите за кофе кругленькую сумму. Дорогие мои зрители, если кто-то из вас будет в Риме в рождественские праздники, я могу провести вам рождественскую прогулку по Риму. Мы пройдем с вами по самым красивым улицам Рима в вечернее время. Обратите внимание, все узенькие улочки украшены и с наступлением темноты начинают включать рождественскую иллюминацию. Если в Риме вдруг испортилась погода, вот вам зонтики и резиновые сапожки. Это в Риме актуально. Я опять вышла к Пантеону, храму всех богов. Его невозможно пройти мимо. Когда-то сюда частенько приходил Микеланджело любоваться на купол, а сейчас мы любуемся и поражаемся этой красотой и мощью. Недалеко от Пантеона находится джелатерия 150 вкусов. Зайдя сюда, вы точно найдете для себя подходящий вкус мороженого. Клубничное мороженое, лавандовое, вкус граната, киви. Огромное множество вкусов. Обязательно загляните сюда. Желатерия большая и обслуживают очень быстро. А при выходе из джелатерии есть лавочки, где вы можете присесть и спокойно съесть мороженое. И совсем рядом еще одна знаменитая джелатерия Джолитти. А это шоколадные вертепы, которые сейчас продают там. От эпохи императора Марка Аврелия в Риме уцелело только два памятника. Вот эта колонна Марка Аврелия на площади Колонна и конная статуя на Капитолийском холме. Эту колонну поставили приблизительно в 192 году в память о Маркоманской войне Марка Аврелия. Прототипом ее послужила колонна Траяна. Но христиане внесли свои поправки и убрали сверху статую Марка Аврелия, а на ее место поставили святого Павла. Точно так же, как на колонне Траяна стоит статуя святого Петра. Переходим дорогу, и мы попадаем в галерею Альберто Сорди. Раньше эту галерею называли «Галереей колонны» в честь колонны Марка Аврелия. В 2003 году после реставрации галерее дали новое имя в честь римского актера Альберто Сорди, ушедшего из жизни в 2003 году. В галерее Альберто Сорди находится очень много интересных магазинов, в том числе и книжный магазин, который находится на втором этаже. А также здесь есть бары и рестораны. Каждый год в рождественские праздники эту галерею очень красиво украшают. Через эту галерею можно выйти прямо к фонтану Треви. И уж коль я решила пройти и посмотреть, как Рим готов к Рождеству, было бы неправильно пропустить елку на площади Венеция. Потому что всегда на площади Венеция ставили страшненькие и общипанные елки. А в этом году елка очень даже симпатичная. Я сейчас поднимусь на алтарь Отечества, чтобы показать вам прекрасные виды на Рим в лучах заката. Кстати, сегодня не было дождя. Это такая влажность воздуха в Риме. Будете в Риме, обязательно поднимитесь на алтарь Отечества и полюбуйтесь прекрасными видами на Рим. На алтарь Отечества вход бесплатный. Он открыт с 10 утра и до 6 вечера. Вот такая симпатичная елка на площади Венеция, а за ней Виа дель Корсо. И еще немного красоты в лучах заката. А сейчас давайте продолжим нашу прогулку по узким улочкам Рима и насладимся предрождественской атмосферой. Зимой в Риме темнеет рано, а перед праздниками, кажется, даже и к лучшему. Будет больше времени для прогулок по рождественскому городу. Сегодня я объявляю вечерние рождественские прогулки открытыми. Присоединяйтесь, будем гулять вместе. Помните этого молодца? Он очень часто мелькает у меня в видео. Такое чувство, что он танцует 24 часа в сутки. Обратите внимание, что все улочки украшены по-разному. Вот столько обычно народу бывает в Риме в субботние и воскресные вечера. А это улица Кондотти. Она приведет нас на Испанскую площадь. In questo periodo Ah sì, io l'ho fatta, è venuta nella festa. Мы дошли до Испанской площади, и на этом я буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и до новых встреч, друзья! По вопросам сопроводительных прогулок пишите по адресу, я стараюсь отвечать всем. А если не ответила, проверьте, правильно ли вы написали мой адрес. Подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. И до встречи в Вечном городе! Thank you.